Короче, этот лед, ну, полуснег, полулед, ну как бы спрессованный, полуводянистый снег. Он такой плотный становится. Я его где мог долбил. И у меня кости пальцев правой руки чувствуется, что стали болеть, видимо. Ну, они укрепляются тем самым. А вчера вообще этот лед долбил, и у меня обе руки, даже на утро я чувствовал. Мышцы не болят вообще почему-то. Видимо, это какая-то проблема. Ну, короче, у меня руки такие, как камни стали. Ощущение такое в костях, что покрепче стали. В Моровинде у меня там, в общем, получилось сделать квесты. Скоро будет уже фактически готовая сборка Сейданин локации.